Одним из ключевых итогов прошедшего 2018 года стало формирование необходимой инфраструктуры для дальнейшего развития волонтерского движения и людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, а их уже около 14 миллионов. Год волонтера прошел, но работа в регионах будет продолжена. Одно из востребованных направлений, помимо патриотического, социального, экологического, спортивного и финансового волонтерства – развитие корпоративного добровольчества. Агентством стратегических инициатив создан определенный стандарт. Стандарт по его реализации в 52 регионах. Разработана и федеральная программа «Социальная активность» с планом действий до 2024 года, который включает программу мобильности, популяризацию волонтерства, субсидирование регионов и образовательные курсы. Мы должны создать возможности. Мы должны создать возможности для развития. Потому что волонтеры, добровольцы – это те люди, которым ничего нельзя навязать сверху. Понимаете, волонтерство – это порыв души. И они будут заниматься этой деятельностью с нами или без нас. А вот поддержать и создать эти возможности – это наша задача. Волонтерское движение успешно развивается и в Сочи. Основное направление – событийное, но наши добровольцы также активно участвуют и в социальных, и в экологических проектах. Вне Черного моря, в расчистке устья реки Сочи, с различными мероприятиями, с Кавказским заповедником, наши традиционные субботники в черте города Сочи. Развивается взаимодействие с реабилитационным центром «Виктория». Мы проводим каждый год новогодние утренники. Вот эти традиционные наши мероприятия мы делаем и планируем, что будем их развивать и в будущем. В Сочи также реализуется серия проектов по молодежному предпринимательству, где студенты могут общаться с представителями бизнеса, представить и воплотить свои идеи, а также трудоустроиться. Проекты, которые в прошлых годах, да, в ближайшее время появлялись, они именно не теоретические, они именно практические. Они действительно человеку меняют широту сознания и погружают его. Потому что для того, чтобы человек не начал узко мыслить, а понял о том, что он может и все возможно, в том числе найти инвестиции, для этого нужен очень серьезный шаг. На площадке форума работает проектная лаборатория социального предпринимательства. Ее участники получат опыт проектной и командной работы, а также возможность пообщаться с авторами реальных проектов. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.